Вот если честно, я вот когда включил запись на видео, я хотел пошутить. Но я смотрю на вас, смотрю на Ловку, и мне даже как-то шутить стыдно. Все телефоны, у кого не водопроницаемые, я бы посоветовал оставить. Давай, давай. Оп! Котенька, возьми ключи. Оп, оп. Ребят, я, если честно, уже не особо хочу туда плыть. А вон, смотрите, там уточка плавает, уточка. Да пофиг, уточка. Благодарность хочется выразить всей братии. Архимандрит на коленях. Да, Амельщику нашему. Да, потому что это... ...помощь и все. Вот туда стоит. Буль-буль-буль-буль-буль. Да, буль-буль-буль, а вот тут наши ноги, да. Это наши. Буль, сними. Буль-буль-буль-буль-буль. Ну вот. Я уже забрался. Вот братья потихоньку поднимаются. Хорошо. Добрались вот это невероятно красивое место. Здесь вот видите, крест упал. Ну, мы уверены, что в скором времени все восстановится. Он упал только потому, что здесь ржавчина, друзья. Пришли, так и уходим. По вулканической породе ногами ступать. Терпимо. Вот наш катерок. Ну вот так вот. С чувством выполненного долга мы идем к берегу. Вы знаете, это непередаваемое ощущение, конечно. Слов нет. Надеемся, все получилось. Смотрите наше видео. На нашем YouTube-канале. До свидания, ребят. До встречи.